Главное предложение дня. Ваша любимая модель для жаркого лета. Это Сабо Жанна. Сегодня с удовольствием получаем эту коллекцию и получаем правильную конструкцию для вашего здорового ношения весь день, чтобы вы не отвлекались ни о чем и думали только о ваших делах. Аналогичной модели было продано более 10 тысяч пар за 2 дня эфира. Это буквально 2 недели назад. Сегодня уже более 2500 покупателей приобретали аналогичное предложение. У нас 2 цвета на выбор. Это белый цвет, бежевый. Количество товара ограничено. Один день такая цена. Ну и, собственно, вы знаете, приятно. Мария Никулина, наш стилист-эксперт рубрики «Обувь», сегодня выбрала для себя. И я знаю, Маш, ты специально брала тестировать. Это правда. Да, у нас сегодня акция «Открой выбор» вместе с экспертами и ведущими. Ну и что скажешь, твои ощущения? Да, ты знаешь, действительно, я брала их на тестирование. Я очень счастлива, что мне достались именно это предложение, потому что, знаешь, они очень удобные. Они невероятно мягкие, и я хочу сказать, что это действительно, знаешь, подарок, что мне достались именно наши с собой Жанна. Хочу сказать, что здесь у нас с вами стандартная линейка от 36 до 41. Берем мы с вами строго размер. Вот, пожалуйста, посмотри, как я очень интересно вышла на Сиреневый бульвар, понимаешь, прогуляться, и посмотри, как они здорово вписались в мой такой ежедневный базовый гардероб. Прямо, ты знаешь, да, вот я хотела сказать, многие думают, что, может быть, Сабо это, знаешь, возрастная обувь. Я, по-моему, только что это опровергла, правда? Класс. Это обувь вне времени, это обувь, у которой нет возраста, потому что неважно, 20, 40 или 78. Угу. Ты знаешь, хочу открыть секрет, на самом деле я взяла эти с собой еще протестировать для своей тети. Так. Моя тетя Соня, она работает медиком, я тебе сегодня рассказывала, угу. Начальница лаборатории, она молодая женщина, ей всего лишь 68 лет, вот, и ты знаешь, я тестировала для того, чтобы сделать ей подарок, потому что скоро, так, 15 июня у нее день рождения, и я уверена, что я обязательно ей их подарю, потому что это правильный подарок, ты знаешь, почему бы и нет, дарить такие подарки можно. А я тебе более того скажу, у меня сегодня подруга моя смотрит, Наташа, и у нее 28 недель беременности. Она говорит, Лена, жаркое лето, мне как раз то, что нужно, поэтому подумайте, для себя, близких, родственников, сегодня скидка 1400 рублей и менее 1000 рублей сегодня цена. Итак, внимание, у нас с вами представлено классическая модель Сабо, да? И вот действительно сразу вопрос, Маш, скажи, пожалуйста, так, на какую ногу подойдут такое предложение? Итак, с какими нюансами? Да. Ты знаешь, здесь я сразу могу сказать, что это универсальное правильное предложение. И я сейчас вам это докажу. Посмотрите, здесь у нас с вами правильное в зоне мысочка. Посмотри, здесь у нас с вами все идеально для высоких пальчиков. Также это перфорация, пункт 2, да? А, это значит, что будет дыхание ног, это так называемый кондиционер ваших ножек. Здесь у нас, ты знаешь, очень хитро спрятаны эластичные ленты. Вот здесь они находятся, да, потом я их продемонстрирую лично. Также, если у вас высокий подъем, у вас эта проблема или отекает ножка, летом мы все чаще с этим сталкиваемся, да, то, пожалуйста, Сабо Жанна решает эти проблемы без, без всяких вопросов. Также хочу обратить внимание на то, что здесь у нас в пяточной зоне 4 сантиметра подъема. Я напомню, что это правильная высота вашего подъема, для того, что, который рекомендую ортопеды. Также это 9-я полнотная группа. Это значит, что если у вас, например, вот сейчас мы видим нашу Женю, у нее 28 сантиметров в обхвате, это практически 10-я полнотная группа, Лен. И посмотри, угу, она выбирает для себя Сабо Жанна. И как легко она сейчас будет обуваться в них. И я как раз сейчас попрошу Марину показать эластичные ленты, которые, посмотри, как хитро они там спрятались. Слушай, класс. Посмотри. То есть конструкторы все продумали буквально до мелочей. Их не видно, но они свою функциональность выполняют сполна. Очень отличное предложение. Ты знаешь, вот все эти нюансы, все эти плюсы. Ты понимаешь, что цена 999 рублей, когда закрыты магазины, это шок-цена для вашего выбора, для выбора вашего, ваших друзей, ваших родственников. Это, знаете, такие бегунки, которых вы надеваете, идете гулять с собакой, да, на прогулки, может быть, вокруг дома ходите, ребенка, да, на дачу забрать, поедете. Что-то как-то очень быстро. Правда, удобные. Кстати, правда, и бабушкам, и родителям, и мамочкам. И вы всегда стильно выглядите. Посмотрите, да, Маша Никулина, наш эксперт, выбрала для себя. И как достойно это смотрелось. Причем, все-таки, Маш, вот с чем носить такие, да, Сабо? Ты лучше знаешь, да, действительно, сейчас я расскажу, как ты правильно сказала. Я выбрала, знаешь, такой очень даже современный стиль, да, то есть у меня был тренч. Смотрим на вас, начну, например, с Лены, да, вот. Лена выбирает такую для себя юбку-карандаш, но при этом
разбавляет ее романтичной блузой. И здесь Сабожан выглядит как нельзя, кстати. Наша Женя красотка, такой у нее более динамичный стиль. Джинсы, скини, даже подвернутые, с такой красивой туникой и белой базовой футболкой. И здесь посмотри, действительно, это выбор на каждый день. И Сабожан здесь прекрасно выглядит. Ну и Мариночка, замечательно, у нее прекрасное платье. И мы видим, как тоже она роскошно выглядит в Сабо Жанна. И ты знаешь еще, Леночка, да, я еще дома составила несколько интересных сетов. Вот хочу обратить твое внимание на них и наших зрителей. Посмотри, платье, такая интересная сумка. Пожалуйста, джинсовая куртка, джинсовая, да? Курочка, да, здесь у нас такой более, знаешь, молодежный стиль с поясной сумкой. Мои любимые жакеты, например, так можно пойти на работу, да, тоже джинсом. И, пожалуйста, юбка силуэта и обычная базовая футболка с принтом. И везде, и платье сафари, мое любимое, также с Сабо Жан. С Сабо Жанна, я их гармонирую. И вот снова я гуляю по Сиреневому бульвару. Прекрасных с собой. Лен, я не могла, понимаешь, домой пойти, потому что, ну, хочется гулять. Конечно. И гулять, гулять и гулять. Так, очень удобно, да? Очень здорово. Маш, наши телезрительницы будут больше гулять, больше проводить времени на свежем воздухе, да, это значит что? Получать удовольствие от жизни. Ловите момент сейчас, пока цена 999 рублей, пока она не поднялась, пока есть это предложение у нас в наличии, но самое главное — уверенность в себе и в завтрашнем дне. Еще, кстати, важный нюанс. Да, очень мало времени остается. Скажи, пожалуйста, литьевой метод крепления, подошва не оторвется, да, если каждый день? Спасибо, да, отличный вопрос. Действительно, лето близко, там у нас с вами будут грибные дожди, а может быть и ливни, поэтому важно выбирать подошву. Здесь у нас с вами литьевой метод крепления подошвы. Напомню, что это такое. Здесь у нас нет никаких клеевых элементов, ни гвоздевых, ничего. То есть это абсолютно единый механизм. И я вам гарантирую, как эксперт, что подошва ваша не оторвется. Она навсегда останется с вами. И это значит, вот обратите внимание, да, то есть подошва здесь у нас с вами надежно зафиксирована, это литьевой метод крепления подошвы. Не волнуйтесь, если попадете в дождик, но попадете в лужу, без проблем. Подошва не оторвется. Сабо Жанна, 999 рублей, лучшая покупка на сегодняшний день, завтра не будет, ловите момент.